На территории школы номер 70 дальневосточной столицы заработал физкультурно-оздоровительный комплекс. В торжественном открытии приняли участие губернатор региона Олег Кожемяка, мэр Владивостока Константин Шестаков, министр физкультуры и спорта Приморья Жан Кузнецов и руководитель проекта «Школьные спортивные залы» в Дальневосточном федеральном округе Хаит Монтаев. Действительно, идея общения по строительству этих спортзалов была начата, возродилась именно в Приморском крае, именно в городе Владивосток. Когда впервые в 21 году я приезжал с другим поручением в рамках проекта «Кюбская школа» региона ЭТФО. Олег Николаевич, хочу искренне сказать большое вам спасибо за то, что вы нас поняли, поддержали и помогаете. Я знаю точно, что Кюкушин – это не спорт, вернее, не только спорт, это образ жизни. Привлекайте сюда свои семьи. Я уже знаю, что некоторые ваши мамы ходят, тренируются, в том числе сюда. Я уверен, что и папам здесь место точно найдется. Такое замечательное здание появилось для того, чтобы семьи всего Владивостока, поселка Трудовое, нашли дополнительные поводы для того, чтобы быть вместе, для того, чтобы проводить вместе время, для того, чтобы становиться чуть-чуточку, но лучше. Гости побывали на тренировке детей, пообщались с ними в неформальной обстановке, а также осмотрели новый объект. Спорткомплекс включает в себя спортивный зал и административно-бытовой комплекс, содержащий тренерскую, раздевалки, медицинский кабинет. Общая площадь физкультурного объекта составляет почти 450 квадратных метров. Он оснащен системами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Вы можете полноценно заниматься таким прекрасным видом спорта, как кёкюшинкай, это даст возможность вам в будущем вырасти сильными, мужественными людьми. Людьми, которые будут защищать свой дом, защищать маму, свою сестру, ребята, без которых будут в школе брать примеры. Вы всегда должны первыми вступить на то, чтобы обеспечить кому-то безопасность. И кёкюшинкай как раз дает эти навыки. Поэтому мы со своей стороны будем продолжать строить такие прекрасные залы. Комплекс возведен по поручению полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и входит в программу «50 новых спортивных залов для Дальнего Востока». Он стал четвертым в Приморье. Ранее были созданы объекты во Владивостоке, Артеме и Находке. Еще три построят в Уссурийске, Партизанске и Дальнереченском районе. Диана Иванова, новости на Восьмом.